Всем привет, доброе утро. Еду на горку кататься. Все, покажу вам всю красоту. Так хорошо все сложилось. Как раз просили подписчик показывать красоту. Вот сегодня покажу красоту. Это я стою, жду. За мной сейчас приедут. Машины чужие снимать не будем. Гляньте, какая красота. Надеюсь, убрали поваленные ветки на дорогах. Видите, у нас лежат. Ну, это до весны здесь будет лежать точно. Ой. Пойду навстречу машине. Есть стратегических объектов. У нас здесь красота. К речке бы спуститься, но боюсь, что я туда не дойду. Не дойду. Красота какая. Снега будет. Сугробы. Не получилось у нас поехать на ту горку, на которую мы хотели. Там целый комплекс с сауной, со всеми делами. Но мы приехали на детскую горку, мы с детками. Мы приехали на школьную горку, тут рядом. Детвора он катается. Сейчас погуляем, пойдем обедать. Тут катаются экстремалы. Дети-экстремалы. Ой! Следующий. Куда ты меня? Будут звезды Ютуба. Но они еще не знают. И авария. Не заметила, как перевернулся детеныш, упал. Надеюсь, упал. Нет, не ударился личиком. Вот еще одна авария. И песик пришел. Дети наши накатались. Сейчас идем в кафе. Зашли погреться и попить кофе. Мы чуть-чуть погрелись. Видите, какой комплекс у нас тут жилой. А тут кафешка.
Ой, уже нагулялись так. Уже в третий раз идем кофе пить. Сейчас пойдем кушать уже. Покажу вам всю нашу прогулку. Какая красота, погода, чудо. По дороге в кафе увидели еще красоту, решили посниматься, пофоткаться в красоте. Ой, дошли мы почти что до ресторанчика. Мы сегодня будем есть вареники в ресторане «Гуси лебеди». Надеюсь, видно, видно. Неизменная телега всегда здесь стоит. Что, закрыто? Там она закрыта. Там летняя площадка огромная, но сейчас она закрыта. Смотрите, какой лес у нас тут. Сейчас спущусь к реке. Пенек в шапке. Пенек в шапку одел. Не ступала нога. Угу.